Всем добрый день. Мы очень рады видеть вас вместе с нами в это воскресенье. Вы знаете, многие из нас проходили, может, через разные испытания, через разные трудности на этой неделе. Но я хочу, чтобы мы все знали, что в любой ситуации, в любом моменте Господь с нами. Аминь? Скажи аминь. Иисус всегда рядом с нами. И мы поем Ему с радостью, потому что, что бы ни случилось, Господь рядом с нами всегда и везде. Аллилуйя! И вместе поем. Бог за нас сражение, Бог за нас бою. Враг уже повержен, мы стоим в строю. Непоколебимы, нас не пошатнуть. Здесь ты, Иисус. Нас не пошатнуть, потому что Господь всегда рядом с нами. Аминь. Давайте будем хлопать Ему. Сказал, если люди замолчат, то камни будут кричать во славу Его. Давайте нашими аплодисментами будем славить Его. Аллилуйя, Господь, Ты достоин всей чести и славы. Вместе! И не бойтесь, потому что Бог за нас в сражении. Давайте споем. Сражений тьму назад уводит, оживляя царство, что не пошатнется. Во имя Иисуса враг наш уничтожен, мы будем восклицать, восклицать. Бог за нас сражений тьму назад уводит, оживляя царство, что не пошатнется. Во имя Иисуса враг наш уничтожен, мы будем восклицать все вместе. Бог за нас сражений тьму назад уводит, оживляя царство, что не пошатнется. Во имя Иисуса враг наш уничтожен, мы будем восклицать, восклицать. Бог за нас сражений. Во имя Иисуса, враг наш уничтожен, мы будем восклицать, восклицать.
что Бог в нас. Аллилуйя!
Слава Господу! Я приглашаю вас в дальнейшем в молитве прославить Иисуса, поблагодарить Его, превознести Его, молиться Ему. Он достоин чести, Он достоин славы, Он достоин хвалы. И мы здесь для того, чтобы Его превозносить. Мы здесь для того, чтобы Его благодарить, Ему поклоняться. Библия говорит, где двое, трое собраны во имя Иисуса. Нас здесь гораздо больше, там Иисус среди них. Мы верим, что Иисус Духом Своим присутствует на этом месте, касаясь наших сердец. Давайте мы откроем наши сердца. Так как в песне мы пели, сосредотачивались на том, чтобы славить песни Господа, также в молитве будем думать о Нем, будем искать Его, будем благодарить Его, будем хвалить Его, будем поклоняться Ему, потому что Он достоин всей чести и всей славы. Отец Небесный, мы благословляем Тебя. Отец, мы благодарим Тебя. Господь, мы поклоняемся Тебе. Бог наш, Ты благ, Ты велик, Ты достоин чести, Ты достоин поклонения, Ты достоин хвалы, и мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что можем сегодня находиться в Доме Твоем, можем находиться на этом месте, можем петь, молиться, славить, благословлять имя Твое. Ты Царь, Ты Бог, Ты достоин чести. Иисус, мы благодарим Тебя. Иисус, мы любим Тебя. Иисус, Ты освободил нас от зла и греха, разрушил проклятие в нашей жизни. Иисус, Ты отвечаешь нам на наши молитвы, даешь нам силы идти вперед, и я благодарю Тебя, Бог. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Дух Святой. Мы славим Тебя, Отец. Мы поклоняемся и превозносим Тебя. Господь, посети Духом Твоим Святым, касайся сердец, наполняй наши сердца. Господь, дай нам пережить Твое присутствие, Твое прикосновение на этом месте. Мы нуждаемся в Тебе. Мы здесь ради Тебя, для того, чтобы славить и поклоняться Тебе, благодарить и превозносить Тебя. Ты Царь, Ты Бог, и нет другого Бога, кроме Тебя. Иисус, мы нуждаемся в Тебе. Иисус, Ты необходим нам, Ты нужен нам. Без Тебя мы не представляем жизни. Господь, я славлю Тебя и благодарю Тебя. Благословляю имя Твое. Ты благ, Ты милостив, Ты достоин чести, Ты достоин хвалы. Я благословляю Тебя, Иисус. Бог мой, наполняй наши сердца, благослови нас здесь, Боже присутствующих. Прими, Господь, молитвы, прими, Господь, поклонение, время поклонения, в которое мы славим и соединяемся с Тобой. Будет у нас на сердце.
Слава Господу! Воздай Богу громкий аплодисмент. Аплодирую Иисусу. Он достоин славы. Он достоин чести. Он достоин хвалы. Ему мы поклоняемся. Ему аплодируем Его славе. Я рад приветствовать вас на четвертом служении Церкви Филадельфии. Я приглашаю вас повернуться к рядом стоящим спереди, позади от вас, справа, отлево. Повернитесь, подайте руку, поприветствуйте, скажите, я рад видеть тебя, желаю, чтобы Бог благословил тебя. И после того, как вы поприветствуете рядом стоящих людей, приглашаю вас занять места, присаживайтесь, располагайтесь. Также я желаю, чтобы мы вместе поприветствовали тех, которые сегодня впервые в церкви Филадельфии. Давайте мы поприветствуем наших гостей. Говорим вам добро пожаловать, рады вас видеть. Желаем, чтобы Бог благословил вас. В дальнейшем на мониторе мы сможем просмотреть новости церкви Филадельфии. Присаживаемся, занимаем места, смотрим на монитор. Нико и Елена родом из Румынии, служат Господу среди мусульман. Работа Елены началась в 90-х годах в исламском селении Добруджа, затем в 2001 году среди турков в Стамбуле. В 2005 они поженились и продолжили миссионерскую работу в Турции, а с 2011 года они служат в Хасково, Болгария. Семья задействована в открытии церквей, евангелизации мусульман, помощи нуждающимся и обучении детей из бедных семей после школы. Помолимся за развитие церкви, которую они основали, чтобы дети, которые приходят в церковь и на программу обучения, жили для Бога, а также за мудрость, защиту и руководство в работе. Участвуй в курсе личного развития, который проводится 4 воскресенья подряд, начиная с первого воскресенья каждого месяца. 4 сессии будут проходить каждое воскресенье с 15:00 до 16:30. Вы узнаете, как организованно и функционирует Церковь Филадельфия, сможете сформулировать здоровые убеждения, раскрыть свой потенциал и вовлечься в одну из команд мечты нашей Церкви. Ждем молодежь на Motion Night. В этом месяце тема «Хороший фильм». Приходите вместе с друзьями, чтобы провести незабываемый вечер. Четверг, 11 апреля, 18:30. Открывается запись в летний детский клуб. Если вашим детям от 7 до 12 лет, вы можете подарить им уникальный опыт. В период с 17 по 21 июня хорошо подготовленная команда лидеров вместе со специальными гостями из Соединенных Штатов Америки предоставит вашему ребенку отличную программу, развлечения, спортивные мероприятия, творчество. И все это вместе с практикой английского языка. Для информации и регистрации звоните 0690-66727. Просим вас, отключите свои мобильные телефоны или включите беззвучный режим. Хочу сообщить о том, что вчера ушел в вечность, ушел Господу почетный пастор Церкви Филадельфии Владимир Иванович Букалов, брат Володя. Вчера были похороны, многие из вас знали об этом, были на похоронах. В связи с тем, что вчера мы похоронили нашего коллегу, похоронили пастыря, с которым вместе служили, будучи пастырями в церкви, я хотел бы сделать некоторое объявление. Столько времени, сколько мы при жизни, служителя церкви, пастыря церкви, столько времени, сколько Владимир Иванович был при жизни, был в силах, он делал добро, кормил голодных, помогал нуждающимся, и все то, что он мог сделать, все то, что он мог предоставить людям, предоставил при жизни. То, что я могу сделать для вас, я могу сделать при жизни своей. И в церкви Филадельфии мы акцентируем оказание помощи нуждающимся людям, мы организовываем и организовали в церкви гостеприимство для всех тех людей, которые приходят к нам. И все, что мы можем предоставить людям, предоставляем при жизни. Тогда, когда происходит, и хотелось бы, вы приходите в церковь Филадельфию для того, чтобы мы научили вас, включая также похорона, включая также эти не совсем приятные ситуации в нашей жизни, мы должны быть пастырями, которые учим и извлекаем для себя урок. И я хотел бы, чтобы вы смогли понять, что на похоронах
после похорон, во время похорон, мы ничего не предоставляем людям. Мы ничего не даем. Очень важно понять, есть люди, которые ожидали, неужели ничего не дадут? Послушайте, мы должны быть примером. И все, что мы можем дать, мы даем при жизни. После похорон, во время похорон мы ничего не предоставляем. Очень важно понять, очень важно это знать. Сострадаем семье, семье Букалов, детям, жене Лидии. Александр Пензарь здесь, один из служителей церкви. Семья Пензарь, те, которые похоронили отца, тестя. Я желаю, чтобы в дальнейшем мы молились. Молились о том, чтобы Бог утешил. Также мы будем молиться о тех, кто нуждается в исцелении, о тех, кто находится в нужде, о тех, кто ищет решения, о тех, кто нуждается в Божьем вмешательстве, в Божьей помощи. Если ты находишься в тяжелой ситуации, ты можешь пройти сюда вперед, склонить свои колени пред Богом, и мы будем молиться о тебе, чтобы Господь принес решение, принес ответ, дал исцеление, чтобы явил милость свою по отношению к тебе. Давайте мы поднимемся для молитвы. Если у тебя есть нужда, проходи сюда вперед, склоняй свои колени пред Богом, молись Богу, и Он тот, который силен решить, Он тот, который силен исцелить, освободить, вывести тебя из той тяжелой ситуации, в которой ты находишься. Отец Небесный, мы благословляем Тебя. Господь и Бог наш, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел на эту землю, который пришел для того, чтобы спасти нас, пришел для того, чтобы исцелить нас, пришел для того, чтобы разрушить проклятие. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что в Тебе дано нам прощение, дана нам жизнь вечная. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что мы можем сегодня во имя Твое просить Отца о помощи, и Отец слышит наши молитвы, отвечает нам на наши молитвы, на наши нужды. Я молю и прошу Тебя, Господь, о семье Букалова, тех, которые, Господь, находятся в этом испытании. Молю Тебя, Христос, о том, чтобы Ты благословил детей. Молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты благословил сестру Лидию. Молю Тебя, Господь Иисус, о детях, о родственниках, о внуках. Прошу Тебя, утешь, прошу Тебя, Господь, укрепи, дай сил. Молю Тебя, Господь Иисус, чтобы Ты благословил. Прошу Тебя, Христос, о тех, которые прошли сюда вперед, о тех, которые склонили свои колени и ищут ответа, ищут помощь, ищут решения в той нужде, в которой находится. Я прошу Тебя, Иисус. Иисус, Ты сильный Бог. Иисус, Ты прощаешь нам грехи наши, Ты исцеляешь нас, Ты освобождаешь. И я прошу и молю Тебя, Господь, те, которые нуждаются в освобождении, а принеси освобождение. Боже, произведи изменения, перемену в жизни. Молю Тебя, Господь, о тех, которые нуждаются в силе, дай силы, Господь, о тех, которые нуждаются в исцелении, в крепости, я прошу Тебя, укрепи. Молю Тебя, Господь, исцели. Те, которые, Господь, обременены, я прошу Тебя, чтобы Ты убрал всякое бремя, чтобы Ты, Господь, принес ответ и решение. Господь, молим Тебя, просим Тебя, Господь, услышь наши молитвы. Господь, благослови нас. Яви милость Свою по отношению к нам. Излей благодать Свою, благословение Твое в нашей жизни, в наши сердца. Господь, Ты необходим нам, нужен нам. И мы ищем ответа и помощи у Тебя, Господь, зная, что Ты слышишь нас, зная, Господь, что Ты отвечаешь нам на наши молитвы. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты принес исцеление и исцелил Нику Громеск, чтобы Ты исцелил Елену Писареву, чтобы Ты исцелил Марка, чтобы Ты исцелил Веронику Богашевску, Михаила, Анастасию Флориан. Господь, мы просим и молим Тебя о братьях, о сестрах наших, о тех, которые находятся в тяжелых болезнях. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил, Боже, чтобы Ты исцелил, чтобы Ты был милостив по отношению к каждому из них. Мы благодарим Тебя, Иисус. Молим Тебя, Господь, также за миссионеров в Болгарии, чтобы Ты благословил. Молим за Нику и Елену. Прошу Тебя, Христос, укрепи и употреби их в проповеди Слова Твоего, да прославится Твое имя, да расширятся пределы Царствия Твоего, Церкви Твоей. И многие из людей, которые находятся во тьме, которые живут в неверии и в незнании истины, да обратятся, да уверуют в Тебя, да придут к Тебе с покаянием, и Ты, Господь, меняй жизни и сердца, выводи из тьмы к свету. Господь, молим Тебя, благослови нас, услышь наши молитвы, дай ответ и решение, и в наших нуждах, Господь, да будет прославлено Твое имя, да будешь, Господь, возвеличен Ты. Мы благодарим Тебя, Отец, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое,
да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Господу. Я приглашаю вас пройти на место, приглашаю вас занять места в зале, присаживайтесь, располагайтесь. Тогда, когда вы пришли сегодня на служение, каждый из вас получил формуляр. Формуляр коммуникации, формуляр является важным инструментом в жизни, служении Церкви Филадельфии. Я прошу вас сейчас, возьмите формуляр, который вы получили, заполняем формуляр вместе, специально отведенное для этого время. Не до служения, не после служения, но в специально отведенное время заполняем формуляр для того, чтобы были исчерпаны вопросы и не спрашивать, что вписывать, что писать или как, что подразумевается по той или другой строчкой. Поэтому мы специально отводим для этого время, чтобы все эти вопросы были исчерпаны и вместе здесь со мною заполняем формуляр. В верхней части формуляра прошу вас записать фамилию, имя и отчество. Если вы записали, в графе, которая расположена в правой части формуляра, отметьте то, что относится к вам. Являетесь вы гостем, пришедшим в первый раз, это ваш первый визит, второй визит, или же приходите регулярно на служение Церкви Филадельфии. Отметьте то, что относится к вам. Если вы являетесь гостем Церкви Филадельфии, церковь гостям по почте высылает специально приготовленный подарок, и нам будет приятно знать, что вы получили от нас этот подарок. Но для того, чтобы вы его получили, нам необходим ваш домашний адрес. Вы не обязаны его оставлять нам. Если что, чем-то смущены, с нашей стороны мы обязуемся не распространять ваши данные. И ваш адрес необходим только для того, чтобы вы смогли получить специально приготовленный подарок со стороны Церкви Филадельфии. Поэтому я прошу вас, запишите дату рождения, чтобы в соответствии с вашим возрастом сообщать о служениях, мероприятиях, которые проходят в церкви. Есть молодежные служения, есть летние лагеря, о котором вы уже слышали. Поэтому возраст и та информация, которую вы оставляете, является важным. Номер телефона, чтобы удостовериться, что адрес является верным, и письмо, оно дойдет до вас. Улицу, по которой вы проживаете, номер дома, квартиры, город, район, почтовый адрес, электронный адрес. И в нижней части формуляра напишите нам, если вы пришли в первый раз, каким образом вы узнали, от кого или кого вы знаете, от кого вы узнали, каким образом вы узнали о Церкви Филадельфии. Если вы заполнили формуляр, отложите его в сторонку. Ближе к завершению служения, после проповеди, мы заполним обратную часть формуляра сейчас. Сестра Анастасия прославит Господа. Скажите, не был одиноким, ни разу не падал и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой. Бог не оставит и мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя у Бога нету сирот.
Бог, то для таких, как мы с тобой, Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но ищу тебя, не забуду твоего слова. Прославлен будь, Господи. Слово твое сокрыл я в сердце моем. Приветствую тех, кто с нами онлайн. Приветствую составные части Церкви Филадельфии, Прункл, Русская, Дорская. Желаю, чтобы Господь благословил вас. Сегодня мы начинаем новую серию проповедей «Авторитет Библии». Братья, пожалуйста, если можно монитор подвинуть поближе. Начиная с этого воскресенья, мы начинаем новую серию проповедей «Авторитет Библии». Библия является особой книгой. И об этом мы будем говорить на протяжении нескольких воскресений подряд. 19 лет назад я начал читать впервые Библию. Возможно, впервые я начал читать еще раньше. Тогда, когда первый раз я взял Библию, знаете, и люди, в общем, они как говорят, ну, каждый уважающий себя человек, он должен прочесть как минимум Библию для общего познания, для общего ознакомления. Я, взяв Библию, это, возможно, было лет, мне было тогда 17-16, когда впервые я притронулся к Библии и попытался прочесть что-то из Библии. Я открыл Ветхий Завет, немножко запутался в нем, мне было неясно то, что было написано в Ветхом Завете, потому что была история сотворения израильского народа. Тогда я подумал начать с Нового Завета, открыл Новый Завет, немножко вроде бы яснее, но тоже было не совсем понятно. 20 лет тогда, когда я обратился к Богу, уверовал в Христа, посвятил свою жизнь Богу, Библия представила для меня и является для меня особой ценностью. Естественно, я был заинтересован всем своим желанием, естеством понять, вникнуть в то, что написано. И Библия для меня представляет особую ценность. Это особая книга для меня лично. Но не для всех людей, и не все люди рассматривают Библию как книгу особенную. Не все в Библии видят авторитет, не для всех Библия является авторитетом. И я желаю на протяжении нескольких минут говорить, и будет первая тема представлена из серии «Авторитет Библии». Авторитет Библии не зависит от свидетельства какого-либо человека или церкви, но только лишь от свидетельства кого? Самого Бога. Она заключает в себе откровение Божье. Библия заключает в себе откровение Бога.
Библия – это книга, где написаны слова Божьи. Написано то, что сказал Бог человекам, сказал Бог людям. Библия является актуальной книгой во все времена. Вне зависимости, в какое время люди жили, Библии более 4000 лет. Те рукописи, Писания. И формировалась Библия на протяжении 4000 лет. И сегодня она есть у нас. И рассматривая Библию, в самой Библии мы читаем свидетельство самого Бога. Он, сам Бог, дает нам доказательство того, насколько можно доверять Библии, ее целостности и авторитету. На протяжении 4 воскресений подряд мы будем говорить на следующие темы, рассматривая серию проповедей «Авторитет Библии». 7 апреля мы будем говорить «Еврейский народ и авторитет Библии». Это сегодняшняя тема. Отрицать авторитет Библии сродни отрицанию существования еврейского народа. И мы будем говорить, как Библия взаимосвязана с израильским народом. 14 апреля мы будем говорить «Исполнение пророчеств и авторитет Библии». Отрицание авторитета Библии сродни отрицанию реальных исторических событий, тех, что Бог предсказал в Библии наперед, до того, как они совершились, исполнились. 21 апреля мы будем говорить «Церковь и авторитет Библии». Церковь и авторитет Библии. Отрицать авторитет Библии сродни отрицанию Церкви и Иисуса Христа в мире. Церковь Иисуса Христа, христиан, существует на протяжении 2000 лет. Отрицание Библии – это равносильно отрицать существование Церкви, то, что является невообразимым. Церковь существует, верующие люди есть, собираются, руководствуются. И мы будем 21 апреля говорить о Церкви и авторитете Библии. 28 апреля мы будем говорить о воскресении. Празднуя воскресение Господа Иисуса Христа, будем говорить воскресение и авторитет Библии, как воскресение Христа и Библия взаимосвязаны. Отрицать авторитет Библии сродни отрицанию воскресения Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что до того, как пришел Иисус Христос на эту землю, до того, как Он умер на кресте, до того, как Он родился, до того, как Он взошел на крест, до того, как Он воскрес, обо всем об этом было написано в Библии за сотни лет до Его рождения, за тысячи лет до Его пришествия на землю, за сотни лет до Его смерти. И тогда, когда Иисус воскрес, Он, говоря ученикам, апостолам, Он говорит: «Написано обо мне, так надлежало быть и так произошло». Так написано, так было сказано. И на прошлой неделе мы закончили читать книгу пророка Исаии. И Исаия, который за 560, за 600 лет до рождения Христа, он предоставляет нам множество, огромное множество деталей о Господе Иисусе Христе, о Его рождении, о городе, о том, что произойдет, о страданиях, о смерти. 53 глава книги пророка Исаии. Там написано о том, что Иисус будет распят. Написано, каким образом Он понесет те мучения и страдания. Написано о Его предназначении, о том, что Он совершит, о том, что Он сделает для человека. И 28 апреля, воскресенье, мы будем говорить об авторитете Библии. В Соединенных Штатах один американец предложил 10 тысяч долларов любому, кто сможет пред лицом правосудия доказать, что Библия является ложной. Более того, он сказал: если вы сможете аргументировать, я добавлю к этой сумме равно столько, сколько я предложил изначально. Естественно, не нашлись люди, которые могли бы принести доказательства против Библии. Если вы решите доказать, что Библия не является истиной, то одной из наибольших трудностей, с которым вы столкнетесь в доказательстве, будет еврейский народ. История этого народа, которая была в деталях записана в Священном Писании, сводит на нет все попытки какого-либо человека, который пытается доказать, что Библия не является Словом Божьим. Существование израильского народа сводит на нет
какие-либо контраргументы, доказательства против того, что Библия не является Словом Божьим, не является истиной, сводят на нет существование израильского народа. Почему? Потому что образование еврейского народа было каким образом? Было чудным образом. Рассматривая историю израильского народа, история никакого другого народа не может сравниться с историей еврейского народа на протяжении 4000 лет без остановки. Самый невероятный народ в мире по причине своей судьбы. Он – это тот ключ, который позволяет понять смысл событий прошлого и тех, что еще грядут. Это ни раса, ни религия не стоят в основе этой тайны. Лишь божественный выбор. В книге Второзаконии, в 7 главе, 6 стихом, во второй части стиха мы читаем о том, что сказал Бог о израильском народе. Бог говорит: «Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Все начиналось следующим образом. Человек по имени Авраам, который жил в Халдее, в Уре Халдейском, Бог призвал Авраама и сказал ему: «Оставь землю, оставь свой народ, в который ты родился, в который ты живешь, оставь Харан». И об этом сказано в книге Бытие, 12 главе. Бог призывает Авраама, Бог говорит Аврааму: «Авраам, оставь свой народ, оставь свою землю и последуй туда, куда я тебе укажу. Последуй в землю, которую я приготовил для тебя и народа, который произойдет от тебя». Бог говорил о процветающем, и на то время Харан, это был процветающий город, находящийся на территории сегодняшней Турции, и Бог говорит Аврааму: «Авраам, оставь Харан, последуй в Ханаан, в ту землю, которую я приготовил для тебя». Авраам послушался Бога и отправился в путь. Хорошо слушаться Господа, является прекрасным. Слушаться Господа почему? Потому что послушание по отношению к Господу несет благословение в жизнь нашу. Кто хочет быть благословенным Господом? Все хотят быть благословенным Господом. Секрет – слушаться Господу. Легко, не всегда просто. Почему? Потому что есть испытания, есть определенного рода трудности, есть определенного рода лишения. Необходимо верить, необходимо довериться, необходимо надеяться. И Авраам, будучи верным Господу, он сделал этот шаг. Он оставляет землю свою, и из Ура Халдейского он отправляется в Ханаан, в Израиль, нынешний Израиль. Он отправляется, Бог ведет его. Это подразумевает под собой определенные риски, неуверенность, но также послушание по отношению к Господу несет в себе благословение, потому что Бог обещал. Во-первых, рассматривая книгу Бытие, 12 главу, с 1 по 3 стих, мы здесь находим обещание Бога. Бог дает обещание человеку по имени Авраам. Бог говорит: будет иметь землю, вы будете обладать своей частью, будет у вас своя земля. Пойдете в землю, которую пойдешь в землю, пойди в землю, Бог говорит Аврааму, которую я укажу тебе. Во-вторых, обещание Бога подразумевает: будет образован народ. Изначально Бог избрал одного человека по имени Авраам, от которого должен произойти многочисленный народ. И Бог говорит: я произведу от тебя великий народ, возвеличу имя твое. От тебя будет столько наследников, столько много людей. Бог говорил о том, как песчинок на берегу морском или как звезд на небе. Настолько многочисленный народ произойдет от тебя, Авраам. Это второе обетование, которое Бог дает Аврааму. Также мы читаем в 12 главе 1-3 стихом, Бог говорит: будет источником благословений для всего мира. Обещание, которое Бог дает Аврааму: благословятся в тебе все племена земные, все народы, все люди. Это благословение имеет духовную природу. Она сводится к двум словам, и рассматривая Священное Писание, Библию: «Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господня из Иерусалима». Изначально все авторы Библии, они были евреи. Все авторы Библии, они были евреями. Библия и два слова, два обетования, которые связаны, в котором заключается благословение, когда Бог говорит:
израильском народе, израильский народ, вы будете благословением для всех, для всех народов. Почему? Потому что закон, Библия от них связана с ними. А во-вторых, Мессия Христос, Он родился в Израиле, Он был евреем, и от них произошел Спаситель. Посредством Израиля Бог сделал известным Своего единственного Сына Иисуса Христа. Иисус, который есть Мессия. Ничего удивительного, что сам Иисус говорит «спасение». И мы читаем в одном из посланий апостола Павла, где Павел говорит о том, что спасение от иудеев, от евреев. Без Ветхого Завета, Новый Завет, Библия состоит из двух больших частей. Из книг Ветхого Завета и из книг Нового Завета. В Ветхом Завете 39 книг и в Новом Завете 27. Библия насчитывает 66 книг. Почему названа Библия? От слова «библиос» или как «собрание книг». 66 книг, посланий, книг, 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета. Так вот, без 39 книг Ветхого Завета Новый Завет был бы невозможен. Невозможно было бы истолковать, как растение без корней, которому суждено завянуть. Так подобно выглядел бы Новый Завет. Об Иисусе было возвещено еще в Ветхом Завете, задолго до Его рождения, задолго до Его смерти и воскресения. В Ветхом Завете говорится о Иисусе в самой первой книге «Бытие». Тогда, когда происходит грехопадение первых людей, уже там Бог говорит о приходе Господа Иисуса Христа. Он говорит о семени, который поразит змея. Говорит о Иисусе Мессии. Он был явлен в Новом Завете Иисус и представляет собой центральное событие для всего человечества. Образование еврейского народа является особым чудом Божьим. Но и то, что евреи все еще существуют, является что? Является чудом. На протяжении истории, на протяжении тысячелетий, и речь идет о 8-6 тысячелетиях, столько народов исчезло, они не были многочисленным народом, но они остались. Чудесным образом они были сохранены. Бог чудесным образом, сверхъестественным образом Бог образовал израильский народ сверхъестественным образом. Авраам не был способен к тому, чтобы дать семя. Сара не была способна для того, чтобы зачать. Они не были способны к тому, чтобы родить. Сара была бесплодна. Бог совершает чудо дважды. Дает плод той, которая не могла, не была способна, не имела способности рожать. Более того, это происходит не по летам, не по годам. Это происходит в преклонных годах. Саре было 90 лет, Аврааму было 100 лет. Тогда, когда Сара зачала, родила Измаила. И родила Исаака, Измаил от рабы. Родила Исаака, которого родился Яков, и в дальнейшем 12 патриархов, 12 сыновей. Существование и образование израильского народа и их существование является чудом. Тот факт, что Израиль все еще существует, это чудо. Другие народы, которые потеряли свои земли со времени, смешались с другими народами, где они жили, и после нескольких сотен лет потеряли свою идентичность. Израиль остался на плаву, и Слово Божье исполнилось на наших глазах, когда в 1948 году евреи получили обратно их родную землю. В 70-м году от Рождества Христова, тогда, когда был сожжен Иерусалим, был разрушен, был смешан с землею евреи, они их изгнали, они были разброшены по всему миру, по всей земле. Не было государства Израиля. На протяжении около 2000 лет. И казалось, вроде бы завершена история израильского народа. Казалось бы, вроде бы все закончилось. На протяжении 2000 лет у них не было своего уголка, у них не было своего народа, у них не было своей земли, государства. Они были разбросаны по всей земле. Чудесным образом Бог сохранил их. Более того, в 1948 году они получают обратно свою землю.
родную землю им возвращают. Они призваны как государство. Они образованы. Отрицание авторитета Библии является сороднее отрицанию израильского народа и автора Библии, которым является Бог. Израильский народ существует. Страна Израиль существует как на карте, так и в реальности. А это говорит нам о существовании и образовании Библии. Если есть повод уважать Библию, Божью книгу, откуда же тогда берутся причины ни во что не ставить евреев? Откуда берутся эти причины? Делая определенные выводы из того, что было сказано, из того, что было услышано. Во-первых, первый вывод. Еврейский народ по-прежнему остается кем? Божьим чудом в этом мире. Рассматривая их образование, рассматривая то, что хотели и неоднократно, и Гитлер, и другие диктаторы на этой земле пытались покончить с евреями. И мы знаем об этом, это было, мы читаем, это было во времена наших прабабушек, прадедушек, которые могли бы и рассказать. У нас есть еще могилы, которые только из евреев. Есть братские могилы, которые были просто сложены, тела евреев. Искали уничтожить их как народ. Но они являются чудом. Их образование, их существование, их сохранение является чудом. От них дано слово. Ветхий Завет пришел посредством их служения, посредством их образования. И Ветхий Завет рассказывает жизнь, рассказывает историю израильского народа. И не просто рассказывает, повествует, но в деталях повествует об этом. Еврейский народ, первый вывод, еврейский народ по-прежнему остается Божьим чудом в этом мире. Отрицание авторитета и истинности Библии – это равносильно отрицанию израильского народа. Второй вывод. Через еврейский народ Бог дал миру самый большой подарок. В чем заключается самый большой дар, который был дан Богом через израильский народ, через еврейский народ? Иисус является даром Божьим. В Иисусе дано нам спасение, дана нам жизнь. Библия – это письменное откровение Божье. Мессия является единственным сыном и Мессия, и Иисус является единственным Сыном Божьим. И Бог отдал Сына Своего для того, чтобы мы были спасены. Благодарим Бога сегодня за Его народ, за евреев, за Иисуса. Делая третий вывод. Я благословен Богом не без участия в этом кого? Еврейского народа. Поэтому я буду особенно уважать еврейский народ. Это дает мне повод молиться о мире Иерусалима, молиться о евреях, для того, чтобы они смогли покаяться, познать Христа, для того, чтобы они смогли обратиться к Богу, быть благословенными Господа. Мы благословенны, я благословен, ты благословен Богом, не без участия в этом еврейского народа. Поэтому будем благословлять их, будем молиться о них. Вместо того, чтобы говорить плохо о них, есть люди, которые шутят плохо, анекдоты травят, смеются, обзываются. И это является опасным, является очень нехорошим, очень неправильным поведением со стороны людей. Почему? Потому что в них, в израильском народе, в евреях, благословенны и мы, Богом, через них пришел Христос для нашего спасения. Поэтому вместо того, чтобы ругаться, вместо того, чтобы обзываться, вместо того, чтобы как-то какие-то примеры нехорошие приводить, давайте молиться о них, давайте благословлять, давайте говорить хорошо о них, желать того, чтобы они познали Христа, уверовали в Христа. Так Бог определил. И они имеют особое место. Мы особенно будем уважать еврейский народ, поэтому будем молиться о мире Иерусалима. Делая четвертый вывод. Библия остается самой читаемой книгой в мире. Самой читаемой книгой в мире. Библия является самой читаемой книгой в мире. Мы можем помочь вам установить приложение в Библию, если у вас есть телефоны, смартфоны, и у вас нет Библии в телефоне.
мы можем помочь вам на рецепции в холле на первом этаже. Есть специальный стол. Вы можете подойти с своим смартфоном, и вам установят приложение, установят Библию в телефон, и вы сможете читать на телефоне. Не зависит в какой форме. Это в бумажной форме, на папирах, или на табличках, или в телефоне. Имеет значение само слово, которое меняет жизнь, которое меняет само откровение, которое является живым, действующим в нашем сердце и в нашей жизни. Поэтому, если вы используете электронные книги, есть телефоны, можете читать с телефона, установите Библию, на рецепции есть такая возможность. Также, если вы нуждаетесь в Библии, у вас нет Библии, нет возможности купить, приобрести Библию, находясь в одной из групп ученичества, сообщите об этом лидеру вашей группы. И лидер, он сделает все для того, чтобы вы смогли получить Библию. Пусть Бог поможет нам. Мы можем установить приложение, мы можем предоставить Библию посредством группы ученичества. С нашей стороны мы должны понять, что Библия является самой читаемой в мире книгой, и поэтому мы будем акцентировать чтение Библии и изучение Священного Писания. Пусть Господь поможет нам. Если вы пользуетесь довольно хорошо смартфонами, телефонами, можете открыть различные магазины, да, магазины в плане установки программ в Google Play или App Store, да, рассмотрите эту версию Библии, является очень практичной, очень много переводов и на русский язык, актуализированные переводы, да, YouVersion. Установите это приложение, читайте Библию, пользуйтесь Библией, потому что Библия является откровением, является истиной, является авторитетом для каждого из нас. Сегодняшнюю проповедь вы можете просмотреть еще раз, пройдя по ссылке, которая на мониторе. Также желаем сообщить вам, если у вас есть друзья, знакомые, соседи, которые работают в воскресенье или заняты другими делами в воскресенье, они понимают румынский язык и не могут быть в воскресенье на служении, но у них есть возможность, они хотели бы быть на служении. В понедельник в 19:00 у нас 6-е служение Церкви Филадельфии. 5 служений у нас в воскресенье, 3 на румынском, 2 на русском, и в понедельник в 19:00 у нас еще одно служение на румынском языке. Поэтому, если вы знаете людей, которые не могут быть в воскресенье, но они хотели бы, желали бы быть на служении, сообщите им о том, что в понедельник в 19:00 в церкви будет проходить еще одно служение. Оно проходит, и чтобы они смогли быть, смогли участвовать как минимум один раз в неделю на одном из служений Церкви Филадельфии. Сейчас я приглашаю вас взять формуляр и вместе заполнить обратную часть формуляра. Самое важное решение, которое ты можешь принять сегодня, это посвятить свою жизнь Иисусу Христу и принять водное крещение, которое будет проходить 2 июня. Прими решение сегодня благодарить, славить Бога за еврейский народ, за израильский народ. Также прими решение уважать еврейский народ. Прими решение ежедневно читать как минимум одну главу из Библии. Сделай все возможное для того, чтобы прийти на следующее собрание в Церковь Филадельфию. Также я хотел бы сообщить и поблагодарить вас за то, что в прошлое воскресенье на шести служениях Церкви Филадельфии было собрано для приобретения земли и строительства молитвенного дома в Криково, да, в городке Криково 33 653 лея. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за ваше участие, за вашу жертвенность на шести служениях. Господь помог нам собрать эту сумму, которая на мониторе, для церкви из Криково. Они будут строить молитвенный дом, и пусть Бог благословит вас, поможет им в строительстве молитвенного дома, чтобы там верующие люди и люди, которые проживают в этом городе, могли собираться на служение, могли поклоняться Господу. Заполняя формуляр с правой стороны, если ты желаешь принести Господу десятину, дар благодарения, благодарности, желаешь что-то пожертвовать на миссионерское служение или для образования бедного ребенка, или предоставить обед нуждающемуся ребенку, человеку, возьми свой дар, возьми свое пожертвование, опусти в этот конверт, напиши, к чему относится сумма, которую ты жертвуешь,
И пусть Бог благословит тебя. То, что мы жертвуем, это не плата за служение, это на добровольнической основе. Мы обращаемся к членам церкви, обращаемся к людям, понимающим. Еще раз, делаем это от сердца, делаем это от души, без огорчения, без жадности. Если присутствует огорчение, жадность, лучше не давать. Даем только то, что желаем, то, что на сердце, то, что понимаем, что делаем для Бога, для Господа. Также, если ты хочешь быть в одной из команд мечты, отметь в формуляре. Если ты хочешь больше узнать о Библии, хочешь больше понять происходящее в церкви Филадельфии, хочешь раскрыть свой потенциал, увидеть свои дары, сделай все для того, чтобы пройти курсы по личному развитию, которые проходят в воскресенье в 3 часа с параллельно служением на 3 часа. Поэтому ты можешь быть на 3 часа в одном из учебных классов, где проходят курсы по личному развитию, и остаться на 5 часов для того, чтобы быть в зале уже на самом служении. Из них если не проходил курсы по личному развитию, я рекомендую тебе пройти эти курсы для того, чтобы прояснить, понять, углубиться в изучении Слова Божьего, понимания Слова Божьего. Также прими решение, и если ты хочешь поговорить с кем-то из руководителей церкви, отметь формуляре, если ты посещаешь церковь Филадельфию из другой евангельской церкви и хочешь стать членом церкви Филадельфии, отметь формуляре, мы скажем тебе, что необходимо сделать для этого. Сейчас я приглашаю вас подняться для молитвы. В молитве попросим, чтобы Бог благословил наше решение, благословил пожертвование, употребил для славы своей. Отец, мы благодарим тебя. Господь, мы благословляем твое имя. Бог наш, мы поклоняемся тебе, мы признательны тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Иисус, за слово твое. Благодарны тебе, Иисус, за священное Писание, книгу Библию. Благодарим за откровения, которые являются актуальными, являются нужными, необходимыми, без которых мы не можем представить себе жизни. Я благодарю тебя, Господь, за направление, которое ты предоставил нам в Слове Твоем, в Священном Писании, книги Библии. Господь, я прошу и молю тебя, чтобы ты помог нам, благословил нас, помог нам ежедневно, в каждый день читать как минимум по одной главе в день из Священного Писания, из книги Библии, применяя к своей жизни. Благодаря, молясь себе, Господь, из тех откровений, из тех истин, которые мы извлекаем в результате чтения Библии. Молю тебя, Господь, о том, чтобы ты благословил тех, которые сегодня посвятили свои жизни тебе, тех, которые приняли решение принять водное крещение. Благослови каждого, Господь. Об этом молим, об этом просим тебя. Молим тебя, Господь, благослови жертвенность каждого. Благодарю тебя, Господь Иисус, за тот сбор, который был совершен в прошлое воскресенье, за ту сумму денег, которая была пожертвована церковью. Господь, воздай, благослови церковь. Благодарим тебя, Отец, и превозносим тебя, великий Бог. Аминь. Берем формуляр и ручки, опускаем бедра и славим Господа. И власть Его внутри меня.
несешь ты, ты покрыл мой стыд. Враг уже повержен, он уже разбит. Непоколебимы, мы нас не пошатнут. Здесь ты, Иисус, буду жить, буду жить. Тьма отступает назад, потому что нет никого, кто может противостоять Богу. И мы всегда будем победителями, когда Бог будет с нами, и мы будем рядом с Ним. Давайте вместе будем провозглашать эти слова. Бог за нас в сражении. Бог за нас в сражении. Тьму назад уводит, оживляя царство, что не пошатнется во имя Иисуса. Враг наш уничтожен, мы будем восклицать, восклицать. Бог за нас в сражении, тьму назад уводит, оживляя царство, что не пошатнется во имя Иисуса. Враг наш уничтожен, мы будем восклицать, восклицать. Бог, Бог за нас в сражении, тьму назад уводит, оживляя царство, что не пошатнется во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Враг наш уничтожен. Аллилуйя. Мы будем восклицать вместе. Бог за нас. Бог за нас в сражении, тьму назад уводит, оживляя царство, что не пошатнется во имя Иисуса. Враг наш уничтожен, мы будем восклицать, восклицать. Буду жить и не умру, воскрес Христос и власть Его внутри меня. Свободен я! И не умру, провозглашу и воздесу. Я бился вон, я исцелен во имя Христа. Я исцелен во имя Христа. Воздадим Ему громкие-громкие аплодисменты. Он достоин всей чести и хвалы. Слава Тебе, Иисус! Благодарим группу прославления, благодарим вас за то, что нашли время и были сегодня на служении, ища приблизиться к Господу, ища познать больше Его. Желаю, чтобы Господь благословил каждого из нас в этом. Желаю, чтобы Господь благословил вас на предстоящую неделю. На этом служение закончилось. И с нетерпением ожидаем вас следующее воскресенье здесь. Будьте благословены.